21-й тур чемпионата страны по футболу выявил явного лидера. Казанский «Рубин» на своем поле просто разгромил «Сатурн» со счетом 5-1, причем первый тайм закончился со счетом 4-0. Во всяком случае, набрав 46 очков, «Рубин» становится явным лидером, оторвавшись на 6 очков от «Спартака». «Спартак» в этот день играл в дерби с московским «Динамо» в «Химках». Надо сказать, что игра делилась на два тайма. В первом тайме «Спартак» играл неудачно, «Динамо» наоборот забило мяч и еще имело моменты. А второй тайм команды поменялись местами. «Динамо» почему-то сдало физически резко, а «Спартак» прибавил, отыгрался, мяч забил Баженов. Ну и, откровенно говоря, надо говорить о том, что произошла очень-очень небольшая неприятность в этой игре. В первом тайме, можно сказать, в моменте, так сказать, в несерьезном таком, Габулов накрыл уже мяч, и в это время Велетон, который бежал на скорости, пытаясь этот мяч достать, коленом, перепрыгивая через вратаря, ударил ему в лицо и сломал лицевую кость, что выбило, конечно, вратаря сборной до конца сезона. И я думаю, что вот это очень и очень неприятное такое впечатление после матча. Но надо сказать, что, на мой взгляд, Велетон сделал это случайно, это был чисто игровой момент, умысла в его действиях не было. Ну и все-таки третье место зацепило ЦСКА, которая на своем поле обыграла «Крылья Советов». Первый тайм ЦСКА была никакая, поскольку играли просто очень плохо, не имели ни одного момента. Во втором тайме новый тренер Хуан де Рамос сделал замены, выпустил двух игроков: Гильерме, нового игрока, только что заявленного, взятого в аренду у «Динамо» Киев, и Щенникова. И надо сказать, что эти игроки внесли перелом. Они начали очень много двигаться, много комбинировать. И ЦСКА забила три мяча во втором тайме. Причем дубль сделал именно Гильерме, новичок команды. Что касается низа турнирной таблицы, то тут тоже наступает ясность. Химки, проиграв на выезде Кубани 2-1, фактически поставили крест на своем участии в премьер-лиге. Что касается Нальчика, то он тоже на своем поле проиграл «Локомотиву», причем в довольно-таки достойной борьбе, но, однако, все равно маленькое количество очков говорит о том, что команде тоже будет тяжело выбираться. А «Кубань» и «Амкар», который выиграл в Москве у ФК «Москва» 2-0, немножко из этой группы отстающих вышли.